Дубль первый, погнали. Всем привет. Мы сейчас находимся в городе Альбано. Здесь в Альбано есть красивый парк, и мы решили вам показать немножко римской периферии. Да, этот город на самом деле далеко от Рима. Сколько километров? Да, километров 40, наверное. Километров 40, да. И, возможно, трудно будет доехать сюда на транспорте. Точнее, нужно знать, как сюда ехать. Ну, мы знаем, если вы хотите, мы вам расскажем. Да. И на самом деле в этом городе нет таких красот, как в центре Рима, да? Да. Но есть маленький прикольный парк, сейчас мы вам его покажем. Вот, все мы вам, конечно, красоту не покажем, поэтому будем показывать самое прикольное. Вот в этом парке самое прикольное, это вот этот незамысловатый фонтан. Сейчас я вам постараюсь показать. Это, короче, арочка такая, короче, конструкция, все там, ну, не знаю, сами смотрите, в принципе, что рассказывать тут, смотреть надо. Вот. О, Лен, расскажи, что ты увидела там. Это шум воды, пенки, свежесть воздуха. Это очень круто, это стоит того. Давай, я тут еще. И покажем, самое главное, что мы покажем места, на самом деле, где нет множества туристов, которые мешают посмотреть вам всю красоту. И еще немаловажный факт, что эти места вы можете посмотреть, не тратя много денег. Да, у нас на самом деле сегодняшний бюджет нашей поездки 20 евро. Говорю, смотри, как здесь звездой все высажено. Угу. Ну, в принципе, на самом деле это все. Вся красота, которая в этом парке. Да ну ладно, это... какое дерево. Да здесь само дерево даже, вообще пальмы, ну... Здесь ну да, это того, для нас это увидеть. Экзотика на самом деле, вот эти пальмы. Посмотри на это дерево. Что, залазь тогда на дерево, я тебя поснимаю. Это очень классно, спокойный парк. Да. Вот если бы... Знаешь, вот в этом парке хочется прийти сюда, сесть на эту лавочку, когда солнце пробивается сквозь листья, и вот так вот лучами тебя греет, открыть книгу, сесть с ногами на лавочку и почитать ее. Вот такое ощущение здесь у меня создается. Ну, солнца нету, книги нету. И вообще, мы погнали. Да. Пошли, нам, короче, пора заканчивать с этим парком. Мы могли бы, конечно, ну ладно, давай еще туда сходим дальше. Но вообще надо идти, короче, в бар, выпить кофейку и брать, покупать билеты и ждать наш автобус, потому что еще непонятно, сколько ждать автобуса. Хорошо? Короче, это Альбано, детка. Римское село. Волосы лезут в рот. Все, можно говорить? Да, я оставлю это видео. Мы взяли два джинсы, потому что наши поймут, он вкус идентичный Петровской слободе с орехом, которая, помните, класс, вообще супер. Очень вкусный. Сколько стоит? Руб 20, евро 20 чентезимов приблизительно. Допустим, мы доедем до Альбано, а мы и так в Альбано вышли. Ну что сказать? По задумке мы должны были доехать до Альбано, здесь взять автобус до Тарваяники и доехать до побережья моря. Вот. Но сегодня воскресенье, и мы здесь застряли на остановке. Мы спрашивали у людей, никто не знает, что, какое расписание. Вообще нет никакого расписания в воскресенье. Воскресенье Италия – это день, когда люди не работают. И это касается всех. И продавцов в супермаркете, и водителей. И тут даже если с аппендицитом попадать в больницу, лучше не в воскресенье.
когда угодно, только не в воскресенье. Вообще в воскресенье лучше не приезжайте в Италию. Все пошло совсем не так, как мы себе рассчитывали. Оказалось, что в воскресенье вообще не ходит наш автобус. Сейчас мы находимся на Нанине, такая узловая станция, на которой мы обратно вернулись на другом автобусе. И отсюда поедем на море, но уже на другим путем и другое море. В общем, все не так радужно. Мы постараемся как-то скрасить все улыбкой. Лен, что будем делать? Вот мы прибыли на Стелла Полара, это уже район моря. Море, Ленка. Да. Ну и вот мы, короче, оказались на море. Не знаю, зачем это нам было нужно, честно говоря. Но какой-то в этом прикол все-таки свой есть. Погода, конечно, не купательная, но хоть какой-то прикольчик. Buongiorno. Due cheeseburgeri, patata grande e tè caldo. Grazie.